Антихрист. То, что мы видим сейчас, это война прежде всего духовная, потому что Антихрист идет на Русь Святую, на православие. И хотелось бы вас научить, чтобы вы правильно заряжали патроны, для того, чтобы патроны летели в цель, именно туда, на уничтожение врага, а не куда-то в молоко или, так сказать, в воздух. Поэтому святые отцы учат нас так: когда берете патрон, заряжайте и произносите следующие слова. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Святой Отче Николай, молите Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святой Отче Николай, моли Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святой Отче Николай, моли Бога о нас. Царь Николай II, моли Бога о нас.